Всем привет. Ну вот, один из пользователей задал мне вопрос. Значит, Дмитрий П. Значит, вопрос такого плана. А какими расширениями вы пользуетесь? Вот, пожалуйста, значит, можно на его вопрос посмотреть и в крупном, значит, плане. Значит, вот одно из этих расширений, называется оно Awesome. Значит, ну, вопрос хороший. Я ему поставил пальчик вверх, поставил от меня, значит, сердечко, что я, так сказать, вопрос этот мне понравился. Ну и вот ему еще пятерочку прилепим. Сделано. Я могу сохранить это расширение или в виде PDF файла, или в виде файла JPG. Вот. Могу выбрать как PNG. Могу вот так, ну, по-разному. Я обычно люблю сохранять как PDF файлы. Вот таким вот образом. Значит, запомнили, да? Значит, расширение это называется Awesome. Вот смотрите, пишется вот так. По-русски бы сказали Awesome, а звучит оно вот так. Awesome. 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 Вот это, значит, вот одно из расширений, которым я пользуюсь. Значит, вот этим расширением я пользуюсь, когда, значит, какие-то там страны не хотят меня куда-то там пускать на какой-нибудь сайт. Я пользуюсь расширением прокси, которое позволяет обходить разные запреты, которые та или иная страна накладывает, и путем просто тупого перебора подбираю там, где, так сказать, вот будет это дело принято. Вот. Вот, скажем, два расширения, значит, вы знаете. Значит, кстати, вот, вот эти друзья, значит, называются они iNinja Proxy. У них есть еще и хороший блокировщик рекламы, причем настолько хороший, что я его даже пока отключил. Потому что у меня все всплывающие окошечки, порой, которые мне даже нужны, он их гасит начисто. Вот. Был, значит, вот блокировщик рекламы вот такой. Но сейчас вот у меня стоит вот этот. Ну, он на рекламу на трубе блокирует. Ну, загрузчик файлов и торрентов. Ну, элементарно, значит, вот он работает. Ну что, ну вот. Допустим, я нажимаю там скачать. Вот все, он пошел, значит, это самое, работать. Вот такой вот, скажем, загрузчик файлов. Вот он. Что еще? Регулятор громкости. Вот послушайте. Эта программа предназначена для создания мультизагрузочных флешек, то есть флешек, на которые можно записать сразу несколько операционных систем из образов. Первое достоинство программы работает одновременно на двух
Ну, смысл, значит, вот этого расширения вам понятен, да? Ну, то есть шестикратное увеличение громкости звука. Ну, правда, я рекламе не очень-то верю, но тем не менее. Значит, тут у меня расширение, моя кладовочка, значит, на меги. Вот она. Я всегда могу заскочить. Раньше там я давал пользоваться файлами многим пользователям. Потом пошли жалобы, что не все из России, там, в частности, из Казахстана могут скачивать. Ну, я в конце концов на это дело плюнул, все это дело удалил и оставил только эти 50 гигабайтов себе. Вот практически и все. И теперь у меня вот занято, ну, чуть-чуть больше половины. Вот. Так что места у меня, как говорится, вполне хватает. А какие еще есть тут расширения интересные? Ну вот блокировщик рекламы у меня еще для трубы еще и дополнительно стоит. По громкости у меня было вот раз, два, три, оставил только вот один вот этот вот. Ну а тут там документы, там хрома, вся такая штукенция. А так в основном это что? Блокировщика рекламы раз, значит, обход запретных сайтов это два, загрузчик это три. Календарь у меня он и так стоит, я пользуюсь, как говорится, беспроблемно. Так что, ну, нормально все. И, понимаете, это дело ведь такое, ну, каждый выбирает то, что ему, как говорится, там нравится. Вот. Но тем не менее, значит, вот, пожалуйста, вы можете зайти там, поискать там что-нибудь себе. Всего вам, как говорится, доброго желаю. Это довольно-таки увлекательное занятие. Поэтому приятного времяпровождения, удачи и до новых встреч.